Видео светодиодные светильники. Продолжение. Смотрите, этот светильничек, типа тарелка, он насквозь без лампочек. То есть вот эта фигня вся по гарантии, если у вас улетает, то ее меняют. Без гарантии она улетает, ее меняете вы сами. То есть вы покупаете заведомо целый светильник. Ремонт у него сложный и дорогой. Дешевле купить светильник. Второй вариант. Вешаете вы на большую стенку, на подвесную. Допустим, здесь нормальная стена будет, может быть, крыша деревянная. Подвесная стена учитывает дырочный способ эти чуваки, которые лепят. То есть они большой вам круг не сделают. Может быть, и сделают, конечно, есть нормальные потолочники. Они делают под эту лампу, но эти лампы, они ограничены, допустим, будут с другим креплением. И у вас уже не попадает крепление, которое будет на стене, то есть на потолке висеть, не будет попадать вот эти вот отверстия, которые здесь крепление по краю, бывает крепление внутри, бывает еще какая-то фигня, то есть вы можете не попасть в это крепление. Если вы будете вторую лампу вешать такого же типа, ну, похожую или не похожую, то вы не попадете в это крепление. Это второе неудобство, которое вот сейчас вот столкнулся я, то есть по гарантии у вас уже могут не принять, если вы продырявите его посредине. У нас была лампа посредине крепления, а сейчас она по бокам. Ее уже всунуть нереально, то есть приходится делать, но неважно это. Я вам говорю про лампочки, то есть вы не сможете поменять цвет, пока не поменяете эту люстру. То есть это не съемная, нифига, это одна лампа вместе со светодиодами. Вот так светодиоды рулят иногда. Всем привет!